Всем привет! Я Александра Соколова, рассказываю о жизни в Турции и предлагаю недвижимость в Мерсине. Сегодня я вам предложу квартиру под турецкое гражданство. Чем же она отличается? Кстати, если вас интересует, как получить турецкое гражданство, как подготовить документы для получения вида для жительства, какую недвижимость выбрать для постоянного проживания, какие объекты лучше рассмотреть под инвестиции. Я буду находиться в Москве на выставке «Тишинская площадь, дом 1, Property Show» 11-12 ноября. Стенд 41, пожалуйста, подходите, буду рада ответить на ваши вопросы. Для более развернутых ответов на ваши вопросы я провожу брифинг 3 дня, любой на выбор, 13, 14 или 15 ноября. Тоже даты, время, место оставлю внизу в инфобоксе под видео. Оставлю телефоны, куда можно позвонить по прямой бесплатной линии 8 800. И также телефоны WhatsApp, где вы можете записаться, и есть удобная форма. А для более подробных встреч, пожалуйста, приходите в Москву, если вы там находитесь или будете. Итак, вернемся к квартире. Квартира под турецкое гражданство. Что это значит? Что ее кадастровая стоимость равна высокой либо равна рыночной стоимости. В Мерсине, к сожалению, есть такой нюанс, что кадастровая стоимость ниже рыночной цены. Государство не успевает поднимать официальные цены, поэтому для гражданства нам нужно сейчас 400 тысяч долларов. За эту сумму можно купить в Мерсине 3 хороших квартиры. У нас есть положительные практики получения людьми гражданства. Собственники и их семьи получили турецкое гражданство на основании приобретения недвижимости. Недвижимость на 3 года обременяется. Более подробно могу вам рассказать. Звоните мне, мои телефоны тоже где-то будут на экране, либо внизу в инфобоксе под видео. Итак, эта квартира подходит под турецкое гражданство. Ее кадастровая цена нам нравится. Она продается от гражданина Турции, что является тоже условием для получения турецкого гражданства. Ее мы можем рассмотреть как одну из в нашу копилку хороших активов, хороших квартир, в которых можно жить, либо которые можно выгодно сдавать и через 3 года с выгодой, с доходом продать. Отличная локация – это Мезетли, 300 метров от моря, Мендерис Махалиси, если вы понимаете, о чем речь. Вокруг парки, вокруг вся инфраструктура, балетные школы, велосипедные дорожки, торговые центры – все, что вы хотите видеть в городской среде, здесь сконцентрировано. Удобная локация, прекрасный вид на море, огромная квартира, сейчас мы будем в ней заблуждаться, в смысле заблудимся в такой большой квартире. Здесь большие спальни, как строили раньше, дома около 10 лет, большая площадь 180 квадратных метров брутто и где-то 130 метров нетто. Состоит 3 спальни, 2 санузла, балкон, терраса, зал, в котором я нахожусь, отдельная кухня, прихожая, 2 квартиры на этаже, закрытый комплекс с парковкой. Отличная квартира, давайте рассматривать, по ходу буду комментировать. Ставьте лайки и пишите комментарии, интересно ли вам получать предложение под турецкое гражданство. Итак, поехали, смотрим. 2 квартиры на этаже, 2 лифта и лестница. Активный газ в доме, заходим в наше прихожее. В прихожей встроенный шкаф. Пол плитка, прихожая очень большая, и из прихожей уже идут комнаты. Смотрите, сколько интересного нас ждет. Приглашаю вас в зал, зал огромного размера. Здесь у нас ламинат. В квартире желателен косметический ремонт. Так, в принципе, неплохо, но не совсем модно. Огромное окно с видом на город и на море. 12 этаж. С зала из кухни можно выйти на террасу.
большая терраса. Часто такие террасы стеклят. 300 метров от моря. Камера отдаляет. Хороший вид. Разноплановые и горы, и море, и город. И, кстати, парк у нас под домом прям. Тренажеры на улице, детская площадка, спортивная площадка, беседки, деревья и так далее. Здесь отличный, подчеркиваю, песчаный пляж. Место под газовые котлы. На террасу можно выходить из кухни. Кухня тоже большая. Много мест для хранения, каменная столешница, может быть, не совсем современные фасады, но отличный размер. Предусмотрено место под всю технику. Ну, к слову, троечка есть, вытяжка, духовка, плита над раковиной. Окно с видом на море. Такие сложные потолки. Пройдемся по остальным комнатам. Снова выходим в нашу прихожую. И здесь у нас, посмотрите, какая огромная комната. Аж эхо раздается. Большущая комната. Это квадратов 16. Тоже с видом на море. У нас есть гостевой санузел турецкий. Легко можно переделать в классический, поставить классический унитаз. Делается это легко. Жизнеутверждающая розовая плиточка, встроенный шкаф и место для стиральной машины. Какое глубокое. Места для хранения. Еще одна спальня. Посмотрите, какая она огромная. Хоть рояль ставь. Не менее 16 квадратных метров. Имеется выход на большую террасу. Сейчас мы выйдем, посмотрим. Дам вам полюбоваться видом. Вид на море. Большая-большая комната. С выходом на террасу. Посмотрите, какая замечательная. Если остеклить, то будет целая комната, целый кабинет, целое какое-то депо для хранения чего-либо. Вид на горы. Вокруг парки. Вот он такой наш Мерсин. Едет ли? Территория нашего комплекса с беседками, с парковками, с зеленой территорией. Люди постоянно проживают в этом районе, в этом доме. Как бы вы использовали такую террасу? Вторую. Напишите, интересно. Ваша фантазия бывает похлеще наших. Далее, здесь у нас есть санузел. Санузел общий, посмотрите, тоже большого размера. Душевой уголок здесь необходимо поставить. Имеется раковина. Очень просторный санузел. И третья спальня. Она поменьше. Квадратов 12 с видом
на горы. Это у нас немножко не презентабельно закрытый пожарный выход, выход на пожарную лестницу. Обычно их очень красиво маскируют. Пройдусь по квартире, чтобы вы могли понять планировочку. Санузел, спальня, санузел, прихожая, спальня, кухня, зал, терраса и вид на море. Квартира подходит под получение вида на жительство и, как я уже сказала, под гражданство, потому что под гражданство нужно особо тщательно выбирать квартиры. Квартира отличная как инвестиция и отличное место для проживания. Если остались вопросы, мои телефоны находятся внизу в инфобоксе под видео. Звоните, пишите, я или мои помощники будем рады ответить. Приезжайте в Мерсин, буду рада показать вам актуальное предложение. Предварительно можно посмотреть на нашем сайте. Берегите себя и жду вас. Пока-пока!